Новая входная группа и аллея к озеру с фонтаном. В Самарском парке «Молодежный» выполнили этап благоустройства, который был запланирован на этот год. Теперь зайти в парк можно с трех сторон. Не только с Нововокзальной и Воронежской, но еще и со стороны Ставропольской. Здесь появился яркий знак с названием территории, пандусы, лестница и аллея с новыми газоном и кустарниками. Как выполнены работы, проверила глава Самары Елена Лапушкина. А что здесь сажаете? Кизильник также продолжаем. А он будет вот такой же высокий или нет? Так же останется? Вот. Это клены, низкорастущие клены, а мы досаживаем кизильник. Также в рамках дополнительных средств рядом с новым входом в парк проводят и реконструкцию тротуара по улице Ставропольской, чтобы горожане могли с комфортом добираться до места прогулок. Это сейчас уже в рамках нового контракта, новых дополнительных денег, которые выделил губернатор Самарской области. Полностью тротуар будет сделан от улицы Нововокзальной до улицы Воронежской вдоль парка «Молодежный». Ну, к работам уже приступили, это видно. Закончу срок. Ремонт тротуара завершат к середине октября, а третий этап благоустройства парка при выделении финансирования продолжат в следующем году. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.